В честь Дня пограничника в минувшие выходные на пограничном участке Шиндала в Алакульском районе состоялось торжественное открытие новой блочно-модульной казармы. Проект реализован при поддержке главы региона ЖЭЦУ. Открытие нового объекта позволит значительно улучшить условия службы пограничников. В современной казарме обеспечены комфортные места для длительного размещения личного состава военнослужащих, круглосуточно стоящих на защите государственной границы. Пограничный отдел Шиндалы был сформирован в 1967 году и охраняет границу Казахстана с Китайской Народной Республикой протяженностью в почти 18 километров. За время существования погранзаставы, солдаты и офицеры армии продемонстрировали исключительное мужество и преданность своему долгу перед Родиной. Их самоотверженная служба с неизменными ночными и дневными дежурствами обеспечивает безопасность нашей страны. В знак глубокого уважения к их труду и в целях улучшения условий службы акимом области было принято решение о строительстве блочно-модульных казарм и жилого дома для семи офицеров и военнослужащих. На эти цели из областного бюджета было выделено 284 миллиона тенге. Поговорили, срочники, солдаты служат здесь. Они говорят, такие условия, теперь мы готовы остаться на контрактную службу, дальше продолжить службу, потому что здесь все условия созданы. Поэтому хочется выразить слова благодарности акимату области, в лице акима области Бейбиту Кюспаевичу за то, что когда-то недавно он принял такое решение, где теперь уже вот оно решение реализовано и созданы условия для наших пограничников, которые несут службу по защите и охране государственной границы нашей Родины. В казарме созданы комфортные условия для проживания. Имеются спальные места для 40 человек и просторная столовая. Кроме того, есть и медицинский пункт, оснащенный всем необходимым для лечения и оказания первой помощи. Для организации досуга и повышения уровня знаний есть информационно-воспитательная комната. В ней жители казармы смогут слушать новости и играть в интеллектуальные игры. Все отлично. Очень благодарен, то, что государство, то, что отправили на такую заставу. Здесь все хорошо, отлично. Для меня гордость служить такой заставе. Здесь все новое, можно сказать. Ну, даже несение службы приносится легче. Очень благодарен всем. В рамках открытия новой казармы ветераны пограничной службы ознакомились с военной техникой и осмотрели возведенные здания, построенные для семи офицеров, отметив, что защитники Отечества достойны самых лучших условий проживания. Айгерим Копаева, Жаркын Нурланұлы, Жаслан Шынкенже, телерадиокомпания ЖЭТСУ.